балдеем. Слушай, я бы удивился, если бы здесь ручки не было. Ёк-макарёк. Ты уже обосрался? Да. А ничего, что у нас там проволока есть? А, есть второй этаж, да. В любом случае, могли бы выйти, а потом все равно. Вот бачок какой-то. Ой. Алло. Ну, мы на заброшке, да. Не, обедать не хотим, нет. Что? Здесь метро не ходит. Ладно. Угу. Картошечку, говорит, надо накопать здесь. Да, да, укроп тут точно есть. Ага. Ладно, все, я тебя тоже целую. Давай, пока. Все, картошку надо накопать. О, приказы, кстати. Приказы чего? Делаем. ОДП. Ага. Ага. Режим работы. Мужской. Гардеробный. Ключи находятся у. У. Мать моя женщина. Отец мой мужчина. Слушай, тут кто-то спал. Вот тут у кого-то. О, 14-й год, кстати. 14-й год. Консультант плюс. Да. Смотрите, чем набито. Матрасик. Ну, непонятно чем, да. Наколотили. Так, а тут чего у нас за документ? Вид работы, бытовой что-то. Кабинет 25. А дальше у меня зрение не позволяет увидеть. Ага. Чего там за число? 14-й год. Я нашел ключик. Ключик? От чего? Эл Леронг. Круто. Вот. Тут у нас что? Тут неимоверный бардак. От автомобиля. Тут неимоверный бардак. И мы, кстати, не можем войти. Вот. Но я вот так на вытянутую руку покажу вам, что тут вообще да как. Все. Вот здесь ключи висели. А, ключи. Ключи на третий этаж. Угу. Третий этаж тоже закрыт, походу. Ой. Угу. Так, я пошел в мужскую раздевалку. Посмотрю, может кто спит, да, в раздевалке. В рабочее это время. Ну прям ты пахнет, вот то, что вот работяги. Мужики. Моторчик чего-то. Угу. Так. Ага, слушай, а у них тут душевая, короче, была вот такая модная. И вот тут уже, наверное, чистые выходили, такие помытые. Типа, о, хорошо-то как. Вот. Ну, если кто хочет, тот может выйти погулять, в принципе. Все-таки, я думаю, что мы просто должны туда сходить. Куда? Сам вход видишь? Не знаю. Все, кстати, думал. Надо бинокль с собой таскать. У нас в деревне есть. Так. Че, никто не спит тут, да? Вроде нет, все работают. Ага. Туалет? Кузьмич, ну хоть бы смывал за собой. Ёшкин кот, блин. Там битком вообще. Нет?
Ого. Что-то мне кажется, тут как-то пыльновато. А что за шарик? Это, наверное, коробка переключения передач. Да. Так и подумал. Смотри-ка, опять счеты. Еврейская аналитическая машинка, как говорится. Два телефона. Вот тот с оранжевой трубкой не бери, потому что сейчас опять позвонит жена. Нихрена тут батарея. Та-да-да-да. Тут такие бухали пацаны вообще. Не покладая рук. Вот. Здесь есть что-нибудь очень интересненькое? Капухтик. Может, это... Тут какой-то слегка бардак тут какой-то, тебе не кажется? Да. Вот есть такое, да? Чуть-чуть ПП-краска не помешала. Угу. Смотри, какую гаечку нашел. О, ничего себе, это от души, кстати. Ого. Вот такая штука, которую ты у мамы сломал, да? Да блин. А почему ты ничего не оставляешь? Сейчас на первом этаже оставишь. Еще надо сделать уход, который вскрывается. Блин, закрываем. Зеркало. Зеркало, да. Какое-то от дела. Инструкция. Угу. Понятно. О. А это походу. Нифига себе. Это вот приборка, да? Не, М42, видишь, диаметр 32, 36. Это как бы склад, отсюда выдавали запчасти, ключи, какой-то специнструмент. О, прям пахнет, вот как ну, когда дедушка он там разбирался, ага. Всякую вот эту. Вот. Так, помните, и пахнет. Вот, видишь? Угу. Много-много. На своем месте лежит. О, наверное. Она новая. Так, сейчас. А тут еще на каждое место это вот клали. Да, если кто-то это забирал, то клали какую-то бумажку, на которой было написано, кто забрал. Кто забрал, во сколько забрал. Максимальное реле что-то. Пусковые ПМЕ. Это пускатели. Угу. Да. Это вот цех. Видишь, пронумеровано все. И у них есть журнал, и они знают, где что лежит, короче. Вот так вот. Лампочки. Тут вот тоже что-то лежит. О, ничего себе. Что это такое? Прикинь. Сыпется все. Да. Смотри, еще какая штука. Это. А мне кажется, может это стопать. Включатель, нет. Выключатель. Так, ставим на место. О, кнопка пускателя. Видишь? Угу. Вторая там такая же. Ну, в принципе. Не все тут растащили. Вон ремни, смотри, какие целые лежат. Угу. Переработку будет дать кому-нибудь. Вот. Не, ну, рано или поздно. Я думаю, это лампа какая-то. Нет, это предохранитель. Офигеть. Предохранитель. О. О. Пилочки. Ну-ка. Какие весы? Это? А, амперметр. А. Представляешь? Теща здесь есть, а второй такой. О.
Вот такой же, как я тебе показывал. Он тоже амперметры. Ничего себе, сколько. Ты посмотри, какие отрезные диски. Прикинь. И вот тут второй такой же. Прикинь, вот смотри, сколько. Интересно, как что. Да. Вот так вот. Так можно что-нибудь крутое найти. Не исключено. Вот стекла новые совсем. Так что вот здесь сегодня Зилов, приезжайте сюда, забирайте все, что вам нужно брать. Да не, видишь, тут скоро это все похоронят. Ну вот я и говорю, потому что... И никому это не нужно будет. Видишь, уже лестницу сломали. Опа. Ну, два ключа каких-то. Это чтобы не унесли. Кого? Видал батарейка? А ключа что? Как думаешь? Не знаю. Здесь, наверное, какие-нибудь замки есть. Угу. О, походу бухгалтерия тут сидела, да? Вот. Тут учет драгоценных металлов шел по состоянию на 91 год. Хоп, и можно все дело тут отследить, посмотреть, чё к чему, чё почём. Вот. Но поскольку все драгоценные металлы уже пропали давно, то и учет не надо никакой вести. Еврейский часы опять. Оп. Часы. А что ты, кстати, встали? Время-то? Не знаю, сколько. Сколько у нас время сейчас? Сейчас у нас время 17:18. Они электрические, кстати. 17:18? Да. О, календарь, 2011 год. То есть фактически 9 лет назад. Книгу чего-то. О, тут тоже, смотрите, какие записи. Что, чего? 12-й год. О. Сейчас сам последний страничку. 13-й год. Да. Ну вот. 13-й год. 13-й год. Пу-пу-пу. О! Узнаешь эти штучки? А, под лед? Да. Под лед. Да. Вот тоже какие-то накладные. А вон, видишь, это сколько? Целая коробка. Yeah. Ну понятно, короче, здесь какая-то бухгалтерия велась. Что-то они тут считали. Вот видишь, принесли вот такую болванку. И такие говорят, она у нас тут чутка поржавела, надо такую заказать. Uh-huh. Они такие, да ладно, хорошо, закажем. Отлично. Нифига себе там болванка. Ну она так весит примерно килограмма 3. Одна эта. Вот. Тут шкафчик был. Так, дверью не хлопать. Ага. Ага. Тут что у нас написано? О, бухгалтерия. П-Э-Б. Бухгалтерия П-Е-Б. Ответственность за противопожарное состояние. Ага. Круто. Обосрали все. Вот, аккуратно. Тиранешься и будет шляпа. Считай, что больше нет такого-то, да? Да. Все засрали, прикинь, вон, все стены. Это специально все сделал кто-то. Какая-то скотобаза. Короче, кто это сделал,
Ты скотобаза вообще конченая. Так. Пойду я дальше чуть-чуть пройдусь. Надо дышать начать. О, слушай, это похоже уже на комнату директора. Да? Вот тут, походу, директор сидел. Ну да, какой-то мужичок, вон, смотри. О, кстати, видишь? Еврейская аналитическая машинка. 100 человек какие-то, которые изменили ход истории. Ага. Чит не разбил. Опачка. А вот это уже точно советский ключ. Нет. Не советский? Нет. А он даже и не похож. Сам какой-то. Не советский. Написано сам такой. Вот какие, видишь, модные очки. Я померил, но там одного очка нет. Но главное, что второе очко есть. На крайний случай. Ага. Вот. Тут что, кто... Даже не знаю, кто это. Мужик какой-то, да? Mm-hmm. А чулки его висят-то? А, возможно. Ага. Здесь попахи, знаешь, такой голову. Ты бы тут сюда сдох. О, а прям тут. В кранчем. Заклеечку. О, видишь? Валерий. А. Давайте здесь кто-то в кранчем. Коробочка какая знатная. Давай. А нельзя на входе-то? Комнату? Не, вообще, чтобы было видно. Нет? Можно. А я думал, это... А здесь что-то вообще значит? Ну, типа, что-то пролететь может. Только там еще должна была башка нарисована. Типа, аккуратно, может прилететь в башку. Пришельцы, что ли? Возможно. Вот, кстати, ты спрашивал. Типа, одно очко поломано. Вот у кого-то в жопе два очка. Или это буква В. Хотя возможно, что это просто сиськи. Да не, это очки. В любом случае. А у нас была такая вспомнила бабушка. Угу. О, точно она. Блин, я думал, это дверь, прикинь, я пошел открывать ее. Не видал? Ага. Аккуратно, сейчас позвонишь еще куда-нибудь, не дай бог.